Я Максимовская Юлия Владимировна, 23 августа 2004 года рождения. Приношу свои искренние извинения сети ресторанов «Вкусная точка». 9 ноября 2022 года я зашла в этот ресторан, будучи в состоянии наркотического опьянения, и напугала посетителей холодным оружием. Я правда не хотела нарушать общественный порядок и приношу вам свои извинения за данный поступок в исполнении меня. Также хочу выразить искренние извинения представителям органов власти, которые моментально среагировали на данное преступление. Я правда раскаиваюсь и извиняюсь перед вами. Я понесу за это ответственность, что оскорбляла вас в своей квартире. Простите меня, пожалуйста.